us every lightning, thunder in you. I know it feels frightening. It's trying to teach you, trying to teach you that blues guitar ain't good to you. It's time to try something new, something new. Cherish every lightning, thunder in you. Любители футбола, только что закончился интересный матч между командами Дебют 2 и Фора. Рядом со мной находится тренер команды Дебют 2 Татьявасян Сергей Самойлович. Здравствуй, очень рад тебя приветствовать. Мы сегодня, к сожалению, потерпели поражение, если не ошибаюсь, счет на 5-3. Матч 6, да? Да, точно. Да, но матч выдался в принципе интересным. Скажите, у тебя мысли по игре, эмоции, какие были ожидания непосредственно от этой встречи? Ну, как мы знаем, вчера мы сыграли 4-4, отыгрались с 4-1. Но сегодня ожидания были, что они придут настроенные, заведенные и сразу начнем играть. Ну, конечно же, первый тайм 1-4 также. Но камбэка не получилось.
ребятки почему-то глаза опустили, настроение пропало. Мы будем работать. Конечно, фора — это фора, очень неплохая команда, играющая, ребятки бьют, бегут, все как надо, тренер хороший, ну, Борис, да, молодец, такое. Да. Ну, заслуженная победа, я считаю. Ну, конечно, не размялись, можно сказать, поэтому, так, ну, это уже дела наши. Ну, Сергей, такой вопрос хочу тебе задать, лично меня он интересует, давно с командой работаешь? 1,5 года. А раньше участвовали где-то в турнире? Нет, мы на сборах были не раз, но у нас много филиалов, и это сборная, можно сказать. Это из Митина, из Трегино, ребята все, которые вот в той части живут. Ну вот, поэтому вместе они толком не тренируются, только на игры приезжают. А так по 3-5 человек в группе, там, ну, в разных местах, в каждом своем филиале. Но ваша команда Дебют 2 является дублем команды Дебют. Нет. Там все одна команда. Просто... Не, просто это меня лично интересовал вопрос, я хотел понять. Дебют первый просто это Варшавка и все такое, там Алексей Алексеевич тренер. Да. Ну вот. А тут я тренер и просто, ну, я не знаю, почему Дебют 2 назвали. Ну, не столь важно, это не дубль, это такая же, это все одна команда. Мы могли поменяться названием, ну и вторая, первая, и игроками также могли поменяться. Мы решили сделать так. Ну, финальный вопрос задам тебе. Какие у тебя планы на предстоящий сезон? Прошло, по-моему, если не ошибаюсь, чуть больше месяца. Вот. Но еще играть и играть, я думаю, что, в принципе, вот вопрос, какие ожидания, наверное, больше. Ожидания? Не планы, а ожидания, да. Ну, во-первых, если первую победу одержать. Но на самом деле, главное, чтобы ребятки сыграли, чтобы они получали удовольствие. Мы задачу на этот турнир поставили просто поиграть, сыграться. Для кого-то это вообще первые игры, для кого-то далеко не первые, но, не знаю, там 5 раз всего вместе играли. Поэтому потихонечку строим коллектив, строим команду. Ну, где-то будем новеньких добавлять, где-то кого-то, наоборот, набирать. Ну, ничего, все будет хорошо. Главное сейчас поучаствовать, а со следующего уже турнирчика начнем задачки решать. Ну что ж, друзья, хочется сказать, что Дебют 2 не раз был близок к победе. К сожалению, команда еще ни разу не одержала победу, 3 очка не завоевала. Тем не менее, надеемся, что в будущем будете радовать нас положительным результатом. Успехов в вашей команде и тебе как тренеру. Спасибо большое. Я думаю, мы самая веселая команда. Камбэчем. Ну это да, кстати, сегодня тоже почти получилось, но не хватило. Ну да. Ничего, бывает. Все, всем спасибо. Удачи. Удачи, да. Развитие лиги. Будем на это очень надеяться. Еще раз. Спасибо. Удачи.